Добро пожаловать! Вот раньше было лучше. Прочь с дороги. Чего здесь смотреть?
Я могу тебе чем-нибудь помочь? Добро пожаловать! Здесь ты найдешь диковинки со всего мира за сущие гроши. Я бы хотел... Ты что, грибов объелся? Зачем ты сдал дом культистам Белиара? Золото не пахнет и всегда в цене. Если ты вляпаешься еще хоть в одну подобную историю, я сдам тебя остальным стражникам. При исполнении. О, наш герой-освободитель моста! Мне бы... Да? Как идет эксперимент? Что поделывает Хем? Терпение. Мне бы... Thank you.
Стой, парень! Что тебе надо? Я хочу видеть барона. Эй, что тут смешного? Парень, ты пойми, кто ты, а кто барон. Он не принимает всех желающих. Да из чего он тебе сдался? Хочу попасть в Долину Крови, а для этого нужно разрешение. Ты что, решил подраться в тамошнем сражении? Ты? У тебя ни сил, ни выправки. Я не хочу сражаться. Мне надо попасть в Сильвер Лейк. Дружеский совет, парень. Наплюй. Я никого не пущу. И тебя тоже. Погоди-ка. А ведь я тебя уже где-то видел. Ты часом не с Фишира? Малый, который приплыл в Аргаан с Диего. Ты знаешь Диего? Удивлен? Диего мой приятель. Можно сказать, старый друг. Он мне о тебе рассказывал, пока за решетку не угодил. Диего в тюрьме? Да, поверить в такое нелегко. Раньше я то и дело попадал в кутузку, а он всякий раз меня вытаскивал. Теперь другой расклад. Хочешь ему помочь? У тебя есть план? План? Зачем мне строить планы? У меня есть топор! Но Диего наказывал мне обождать. Счел, что со временем само собой все образуется. Так что спускайся-ка ты в казематы и поговори с ним. Может быть, он передумал? Я что, смогу просто взять и войти? Скажи тамошнему стражу Олдричу, что от меня. Скажи, что если он тебя не впустит, я намну ему бока. А как я попаду в темницу? Ступай отсюда обратно вниз по лестнице и на следующем пролете сверни направо. И дальше спускайся вниз, пока не увидишь унылую харю Олдрича. Почему Диего сидит в темнице? Однажды он поспорил с Мермундом, правой рукой барона, его советником. С того времени Мермунда больше не видели. Люди барона обвиняют в этом Диего. Считают, что это он убил его. Думаешь, Диего и правда виновен? Если Диего приспичит кого порешить, он сделает это в открытую, в честном бою, один на один. А лишать жизни тайком... Нет, так он никогда бы не поступил. О чем Диего спорил с Мермундом? Мермунд узнал, что Диего порой вел дела в черте города. Советник решил обложить нашего друга пошлиной, но Диего и слышать об этом не захотел. Это же наш Диего. Тогда что же, по-твоему, стало с Мермундом? Наверняка попался повстанцам. Они прищучили Мермунда, чтобы ослабить барона Ренвика. У вас еще и повстанцы есть? Да и верховодит ими родной брат барона, малый по имени Гертан. Говорят, у них там какие-то темные делишки с робором. Что ты здесь шастаешь? Меня прислал Горн. Я должен поговорить с Диего. Откуда я знаю, что это правда? Горн попросил передать, что если я не попаду внутрь, ты попадешь к костоправам. Да, это похоже на Горна. Ладно, я тебя пропущу. Но учти, никаких глупостей. Что ты можешь рассказать о Горне? О нашем старшом. Он тут недавно пришлый воин. Но какие у него кулачищи. С кузнечные молоты. Почему иноземца сделали капитаном? Шутишь? Потому что он легендарный наемник Горн. Герой Готы. Я слыхал, что он водил дружбу с самим проклятым королем. Но сейчас между ними кошка пробежала. Теперь он за нас и за золото Стюарка.
Чем могу быть полезен? А, ты пришел. Я очень на это надеялся. Радуйся, что мне повстречался Горн, а то я так никогда и не узнал бы, что тебя упрятали в темницу. Кстати, он подумывает тебя вызволить. И, конечно же, своим топором. Но это лишь погрузит город в хаос. Ты что, хочешь и дальше сидеть в тюрьме? Нет, конечно. Потому и ждал, и надеялся, что ты придешь. Что требуется от меня? Ну, меня обвиняют в убийстве Мермунда, который был правой рукой барона Ренвика. Я смогу выйти, только если кто-то докажет мою невиновность или приведет живого и невредимого Мермунда. Горну такое не по плечу. Он малость туповат. А вот ты... У тебя может и выйти. Из этой темницы нельзя выбраться другим способом? Кроме как методом Горна, я не могу придумать ничего такого, но если ты сможешь, почему нет? Ясно. Стало быть, пойду искать этого Мермунда. С чего лучше начать? Для начала поговори с Винстаном. Когда я в последний раз видел Мермунда, он вертелся поблизости. Кто такой Винстан? Солдат из городской стражи. Вообще-то он неплохой парень, но у меня есть подозрение, что он заодно с повстанцами. А ты знаешь, где его можно найти? Ну, обычно он патрулирует западные окраины города. Там его и ищи. Ясно, с этого и начнем. Постой. У меня есть еще кое-что для тебя. Что именно? Отмычка. Всех запоров она, конечно, не отопрет, но небольшие замки на сундуках запросто. Возьми, вдруг пригодится. Почему они обвинили тебя в убийстве Мермунда? Как-то раз Мермунд искал меня в таверне на утесе. Он проведал, что я веду дела со многими местными людьми, но и решил, что надо бы содрать с меня пошлину, да такую, что я без штанов бы остался. Я отказался, вот мы и повздорили. А чуть погодя, Мермунд словно в воду канул. Ренвик слышал о нашем споре и считает, будто советника убил я. Это не так. Почему ты отказался уплатить пошлину? Своими делами здесь я поддерживаю дух народа Аргаана. Можешь считать это вкладом в дело борьбы с захватчиками. Ренвику от этого только лучше. С какой радости я ему еще и налоги платить должен? В конце концов, я свободный человек. Ну, прямо сейчас не совсем свободный, конечно. Занят. Я ничего не делаю.